Ребят, всем хорошего дня. Думаю, вот проехаться. Холодный старт. Прикольные водные процедуры, да? Давайте еще дубль два. Смотрите. Ну а у нас в центре тишина, пустота. Что-то все как-то хмуро и грустно. Ребят, заправляйте Септикона и сейчас поедем по лесу покатаемся. Ребят, смотрите, какая красивая аллейка. Листья эти. Я взял с собой чаек, блинчики с творогом. По кайфу вообще. Опа. Дорожка неровная просто. Последнюю передачу включить побыстрее, поехали. Опа. Опа. Неровность. Ух. Класс. Просто класс. Блин. Тема. Длинная дорога до ужаса. Эта длинная дорожка из такого вот ковра закончилась с таким вот чудесным видом. Нет, еще если вон туда дорога, можно, конечно, и туда спуститься. Сейчас поедем. Ребят, ну а вон течет, бурлит наша река Кубань. Вид, конечно, потрясный. Там вот такой еще островок вот с той стороны. Вот он, чудный. Вот я съехал, значит, с этой основной дороги. Здесь, оказывается, когда-то мост был вон там дальше, через Кубань. В советские времена. Да, вот съехал, и вот она, речка наша. Обрыв резкий. А столик вон там, по-моему. Поедем туда. Вот такая здесь, ребята, обстановка. Кайфовая. Я с собой чая он взял, блинчики с творогом. Нужно было еще спичек, бумаги взять, картошки взять можно было. Даже вот шпажки есть, да? Такие можно было пожарить или запечь картошечки. Было вообще чудесненько. Нет, он уже ехал. Он же ехал уже. Вы что, не помните, когда мы проводили? Да, да, да. Как он на одном мотоцикле? Здрасте!
где как раз и гонял. Да, он что там, видео снимает? Ну вот, у нас уже и костер. Туда сядь. Бухлишка. Чудненько. Хлеб Алёха пережарил. Ребят, меня, по-моему, уже раздевают. Для кого будешь жарить? Да. Кого? Как его зовут? Юра уже кушает хлеб. Меня уже раздели. Для кого ты будешь жарить? Тихонько смотри, там горячо. Ну вот, компания, которую я здесь встретил в лесу, разошлась. Костерчик догорает. Спанч Боб надо прогреть. Тихо в лесу было. Ребят, поехал на гонки. Весь такой модненький. Даже шкуру одел. И тут пошел дождик у нас. Такой мелкий, правда. Не знаю, там будет, что нет. Думаю, может съездить все-таки. Ну что, Реби? Я приперся, я тут один на двух колесах походу. Подожди, потом он мелкий, конечно, но, блин, такое удовольствие себе. Я тут без такой. Старт. Задний привод против переднего. Блин, ушел. Подожди. Сельский движ. Ребят, ну все как обычно. Приехали менты, две патрульки. И все как бы пиздец. Иросос Петрович. Все закончилось. Ребят, ну что, у нас разогнали. Ну и опять вернулся в наш местный Париж. Чудненько. У нас пустота такая. Вечерняя. Часов 12, наверное, сейчас. Поеду я, наверное, домой. Всем хорошей ночи. Ребя, ну вот, значит, завершаю свой день вот таким вот чудным тортиком после гонок. Да? Красиво. Ах. Время 12.